Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас опять видеоролик по FIFA Mobile. И перед началом данного видео я попрошу вас подписаться на мой канал, вот на этот, да, вот, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои видеоролики, которые выходят ежедневно в 8 часов по Москве, по московскому времени. Вот, ребят, начинаем. Сегодня у нас будет тема такая. Я буду рассказывать, как я проходил одно из подземелий, которое называется Замерзшая вершина. Вот. Там было, ну как вы знаете уже, наверное, там было несколько событий, там за ключ ты проходишь в одно из подземелий. И далее ты должен пройти все испытания, чтобы получить ключ. Вот. И я также буду, ну не навязывать, а, так скажем, пропагандировать свое убеждение. Сейчас будет крутой гол. Агуэро просто слева, у него, если я не ошибаюсь, правая рабочая. Если кто, поправьте меня в комментариях, если что. Вот, он просто лупит в дальний угол, и слева просто блестящий. Именно в дальний. Вообще, без шансов там. Вот. И, короче, что я вам могу сказать? Я буду дальше пропагандировать свою идею, свои мысли о том, что это абсолютно бесполезное событие, которое сделано для того, чтобы, ну, так скажем, просто, ну, я хотел выразиться неприличными словами, но не буду. В общем, так скажем, отмывать деньги у своей аудитории, которая играет в данную игру. Вот, здесь я прохожу также события, я просто не знаю, как комментировать данный видеоролик, вот, у меня никогда не было сценария, и мне нравится больше импровизировать. Далее, играл я 3 матча, и третий я пытался играть, вот смотрим еще раз Агуэру в дальний, вот смотрите, точнее в ближний. Я бил в дальний, но он пробил в ближний, и у него это хорошо получилось. Игуаин промахивается, и здесь еще раз сейчас будет промах, смотрите, оп. Пикфорд тащит. И смотрите, сейчас Ройс. Ну, как-то тут сложно пробить штрафной, забить, потому что угол... Угол надо резать прям жестко. Сейчас опять Агуша, Агуэра бьет. Да, ребят, накидывайте идеи в комментариях, что мне снимать по FIFA Mobile. Ну, потому что тема, соответственно, хайповая, но мне что-то нужно более интересное снимать. Вот. Ну, на самом деле, я назаписывал очень много видео для вас, и остается только смонтировать. Вот. Так что не забывайте, в 9 часов будет, ну, в 8 часов по МСК будет видеоролик первый, а если у меня будет очень много видео, то я буду... Возможно, это не точно. Возможно, еще в 5 часов по МСК выкладывать второе видео. Но это не точно. Ну, вы проверяйте канал, если что. Вот. Мне очень понравилось вот сейчас испытание боулинг. То есть ты бежишь от третьего лица, и там вот у меня марка Асенсио. И ты должен провести и должен сбить фишки. Я смотрел фильм про, документальный про физическую форму Криштиану Роналду, который был снят в 2010 или 2011 году. Вот, и там он бил стекла, то есть он бил пушку на колбол и разбивал стекла, а здесь вот типа боулинг. Вот. Да, кстати, вы заметили, что я приобрел Марко Асенсио, это специально, чтобы проходить вот эти события, чтобы получше состав был, но, ребят, я потратил на него вот 1 000 000 монет, и если вы хотите, ну, на самом деле, мне не важно, хотите вы или нет, но я пришел уже к аудитории, вот спрашиваю. Но, вот смотрите, как Мбаппе просто улетает его не догнать. А, вот, я говорю. Мне, кстати, на самом деле, без разницы, я все равно сниму, но я у вас спрашиваю. Хотите ли вы, я сделаю обзор на Марко Асенсио, потому что, на самом деле, карточку эту заполучить довольно сложно, но на рынке... На рынке сейчас можно купить абсолютно все карточки, эксклюзивных практически нет. А вот FIFA 18 Mobile, вот этой бредовостью был то, что эксклюзив. Вот смотрите, как Агуэро из подзащитников пробил, просто гений. Вот, эксклюзив в 18 части был, и всегда хотелось лучше купить эту карточку. И в FIFA 19 Mobile это хорошо реализовали. Вот, очень много тем я сейчас сказал. Вот, вот видите, Марко Асенсио. На самом деле блестящий игрок, который
недавно получил травму крестообразных связок. Это очень жесткая травма, ему восстанавливаться нужно будет целых 9 месяцев. И, так скажем, в знак уважения перед ним, вот именно тема такая будет, что типа в знак уважения я сделаю обзор на данного игрока. А вот если вы не против, ну, я в любом случае сделаю, но если вы не против, то ок. Все, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик, чтобы быть первым просмотром моих видеороликов. Также обязательно рассказывайте своим друзьям рассказывайте своим друзьям и делайте обязательно репост в социальных сетях. Неважно, где вы зарегистрированы, там ВКонтакте, в Инстаграме, в Твиттере, в Фейсбуке, неважно, делайте репост. Все, и обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик. Все, ребят, не болейте, потому что вот я сейчас сам приболел немного. Так вот, не болейте, еще раз, всем пока.